Установили причину пожара на строительной площадке Конгресс-холла. По данным прокуратуры, во всем виноват один из рабочих. Он с газовой горелкой в руках стал проводить работы около стройматериалов, причем допуска и разрешений не имел. По данному факту возбуждено административное дело о нарушении требований пожарной безопасности. Напомним, возгорание на стройке Конгресс-холла произошло 9 апреля в 4 часу дня. Облака дыма были видны из многих районов города. Чтобы потушить пламя, пожарным потребовалось около получаса. Прокуратура завела на компанию субподрядчика дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». Материалы уже направили в отдел Госпошнадзора.